Смастерили гаечный ключ из пластика и запустили мехатронную станцию, которая стоит миллион. В образовательном центре группы ЧТПЗ прошла игра для школьников тропинками разных профессий. Где мы познакомим тех школьников, которые нас сегодня посетят, с различными направлениями. И автоматизация производства, и инновационное производство, слесаремонтник. О разных профессиях нужно узнавать с раннего возраста для того, чтобы потом определиться со своим будущим. В образовательный центр школьники приехали командами. В игре приняли участие больше 130 человек из 12 образовательных учреждений. Тропинками разных профессий шли ученики с 1 по 6 класс. На новотрубном заводе они ближе познакомились с рабочими специальностями, которые можно получить в рамках образовательной программы «Будущее белометаллургии». Детям показали инновационное оборудование, к примеру, 3D-принтеры для печати объемных деталей из пластика и мехатронные станции, которыми управляют с помощью пультов. Во время своего путешествия по станциям школьники выполняли задания, где оценивались эрудированность и умение работать в команде. Игра проходила в рамках городского фестиваля «Мир в радуге профессий». Его итоги подведут в конце учебного года. В рамках фестиваля проводятся еще другие мероприятия, то есть здесь будет конкурс рисунков, конкурс поделок будет, и также проводятся экскурсии на предприятия города, это уже более старшее звено.